ролике мы будем проходить бомбовую игру в кальмара в Майнкрафте. Майнкрафт — это моя жизнь! Только есть одно но. Мы будем использовать нелегальные читы, чтобы выиграть. Это будет реально интересно. Мы уже готовы. Начинаем. Майнкрафт! Что? Будильник? Сколько времени-то? Чего? Какие 12? Лёня. Вставай, Лёня, 12 часов, ты посмотри, сейчас игра уже начнется. Встань. Быстро, Лёня, иначе я тебе сейчас голову твою возьму и знаешь, что с ней сделаю? Фу, здравия желаю, товарищ Владус Мармеладус. Здравия желаю, Лёня. Стоп, мы же не в армии, подожди. Мы в казарме, но не в армии, это как? А, точно, у нас же сейчас это, Лёнь, игра в кальмара начинается уже, готовься, сейчас надзиратель придет. Это чё? Вон там? А там призовой фонд, Лёнь. Ты что, игру в кальмара не смотрел, что ли? Там лежит очень-очень много денег, которые мы сегодня с тобой выиграем. Свинья какая-то золотая. Лёня, двери открываются уже, сейчас надзиратель придет. Блин, да, сейчас этот надзиратель придет. Ага, этот надзиратель вообще достал уже. Стой, Лёнь. Не понял. Лёнь, ты тоже это видишь? Ну что? Игра начинается! Вы готовы? Стой, Лёня, ты чё, дубинку убери? Убери. Иди сюда. Я тебе сейчас сам дам дубинкой, отосол отсюда. Лёнь, чё это за фигня была вообще? Где надзиратель? Здравия желаю, уважаемые игроки. Ух ты, господи, ты что так стреляешь-то? Здравствуйте, мы вас ждали. Здорово, кругляш! Лёня! Дебил, вот реально, не называй его так, он не любит это. Да убери ты дубинку, извините за моего друга, он просто дурак у меня небольшой как бы. Ну это, мы готовы к игре. Игра номер один начинается прямо сейчас. Правила вы все знаете? Да конечно знаем правила, Лёня, ты же знаешь правила, да? Читы запрещены. А, да конечно. Какие читы еще запрещены? Тихо, Лёня. Ты что, дурак, что ли? Все, мы готовы, все, начинаем. Игра номер один. Зачем ты ему сказал про читы? Задница-то шоколадная. Зачем ты ему показал? У меня есть кое-что, Владус. У меня есть кое-что противозаконное. Лёня, ты это главное всем не кричи, как ты это только что надзирателю крикнул. Так что у тебя есть, Лёнь, давай показывай. Вот, Владус, смотри. Ух ты, нифига себе, это что такое? Ты давай сначала я тебе диск дам, и ты в меня его кинь. Хорошо, Лёня, что это за диск-то такой? Вот это поворот! Это выглядит круто! Согласен, Владус! Лёнь, у тебя, мне кажется, голос немножко изменился. Капец, ты малявка прям вообще! Слушай, а кинь в меня тогда точно такой же диск, если ты его поднять сможешь. И чё, я прям тоже уменьшусь сейчас? Давай, Лёня, бросай! Раз, два, три! Я готов! Лёня, я считаю, что так мы 100% пройдем эту игру. Слушай, а ты меньше меня оказался. Смотри, я прям большой, а ты прям совсем как букашка. Ты просто много каши ел, а я мало. Ну да, логично, Лёнь, пойдем, сейчас уже игра начнется. Эй, ребята, ну чё, давайте проходите эту игру быстрее. Смотри, кукла отворачивается, Лёня. Все, уже суета пошла, давайте, ребята, проходите. Мы вам мешать, естественно, не будем. Так, все, они сейчас боятся немножко. Поперлись. Нормас. Лёнь, погоди, мы сейчас возьмем другую тактику с тобой. О, кукла повернулась. Тихо, ребята, куда вы движетесь? Она вас сейчас всех обстреляет. Ёлки-матрёшки, какие они дураки, Лёня. Это опасно. Какую тактику, какую, Владус? Лёнь, вот смотри, она уже отвернулась, они сейчас все попрутся. Ага, все, они пошли. Лёня, давай за ними, сюда. И раз, быстро за дерево встаем. Она уже поворачивается обратно. Главное, чтобы ананас не увидела с тобой, Лёнь, понимаешь? Какой ананас? Ананас. Может быть. А может и нет. Капец, она там стреляет. Тихо, Лёня, не двигайся. Сейчас они пойдут снова. О, жесть, она там всех испепеляет вообще. Пипец. Лёнь, главное не волнуйся. Да, это жестко. Согласен, Лёня. Сейчас, все, они, кажется, снова пошли. Давайте, ребята, у вас получится выиграть эту игру. Лёня, давай мы тоже побежим, причем очень-очень быстро. Погоди, Лёнь, стой на месте. Меня она не заметит. Вообще, стою около вас, прям, ну вот, не двигаюсь совсем.
Леня, бегом сюда, давай, 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 задница. Фу, все, перескакиваем за красную линию. Это капец было страшно, Лень, прикинь, она прям на меня посмотрела. Пипец, сердце калашматит, согласен, Леня. Сейчас главное, чтобы остальные игроки еще дошли. Игра номер один. Еще одна. Чего? Леня, что еще за вторая игра? Это... Ничего себе! Слушай, Лень, Владус, у меня есть иди... Че ты стоишь? Вышел отсюда! Леня, да не ори ты на него, подожди! О, зараза какая! Леня, давай отойдем, ты мне просто скажешь, какая идея. Нам нужно дождаться, пока кукла отвернется и уже начать как-то проходить. К такому я не был готов. Помнишь вчерашний чит? Блин, тот самый, что ли, Лень? Мне кажется, он здесь не подойдет. Ой... Вчерашний, блин, говорю, ну, прошлый. Прошлый чит, который мы только что использовали, ну, конечно, помню, Лень, я же не дурак, как ты. Мы его используем сейчас на этой кукле. Чего? В смысле на этой кукле? Как? Сейчас она отвернется только. Ладно, смотри, уже отворачивается, Лень. А что ты задумал? Так, ребята, давайте проходите уже игру, Леня. Ты что? Ты дурак, ты зачем в него этот диск кинул, Лень? Он сейчас как букашка ходит. Погоди, ты реально хочешь этот... Диск кинуть в куклу? Ты что? Леня, ты что, сумасшедший? Да, я такой. Красивый, с бородой. Лень, кажется, ты ее немножко разозлил. Слушай, а кинь-ка в нее еще один диск, чтоб она стрелять не смогла. А давай ты. Их осталось мало. Ну, давай я. Только нужно как-то попасть в нее. И раз. Давай, чуть-чуть осталось. Два. Леня, живи, Леня. Она теперь вообще стрелять не может. Слушай, мы можем спокойно сейчас эту игру проходить. Ребята, алло, мы вам все замутили. Давайте проходите, что стоите-то как вкопанные. Что, реально можно? Да можно, давайте, проходите, ну. Леня, стой, что ты делаешь? Леня, не надо их увеличивать, ты дурак, что ли? А что нет-то? А если в надзирателя? Даже не думай, погоди, а давай мы найдем эту куклу. Где она? Она же где-то здесь должна быть. Она настолько мелкая, что я ее вообще не вижу. Вот она, Владус. Что, реально прям там, что ли? Ну-ка. Эй, кукла, алло. Хочешь, мы тебя сейчас раздавим, растопчем, хочешь? А, не хочешь, да? Смотри, Леня, гиганты проходят игру в кальмара. Жесть, надо было их... Бежим! Игра номер два. Так, задница шоколадная. Ты печеньку подготовил сразу же, готовую заранее? Хо-хо, это будет просто гениально. Сейчас мы их просто всех хакнем. Смотри-ка, открываем. Эй, здрасте, надзиратель, мы пришли. Так, слушай, Лень, давай это. Вы забираете печенье, зонтик. Чё он там забыл на кругляшке? А, кругляш на кругляшке. Он сказал, что нам нужен зонтик. Как раз мы все предугадали и подрасчитали. Так, где тут у нас печенька-зонтик? О, вот же она. Мистер надзиратель, там, кажется, этот, вон тот чел читерит. Идите-ка, проверьте его. А ну-ка, кто читерит? Ты читеришь? Хана тебе. Он его вырубил. Леня, используем стрелу. Опа! Все, мы полностью в дыму. Леня, давай меняй печеньку. Че ты стоишь-то? Давай. Все, я поставил. Поставил точно, Леня? У-у-у! Я что-то не понял. Это что за дым там? Что у вас там происходит? А, мистер надзиратель, да у нас все нормально. Мы просто что-то тут это... Вот, мы справились. Капец, сори, я чихнул просто. Да, это так, Леня чихает просто, ага. А где второй? Кто второй? Его, знаете, его вон тот сломал, челик. Да, это он его сломал. Мы сделали два зонтика, а нам сломали зонтик, представляете? Да, это правда. Я вам не верю. Как это не верите? Леня, Лень, бежим. До свидания, мистер надзиратель. Люди, мы чуть не спалились с тобой. Игра номер три. Игра начинается. Да я вас сделаю, лосары. Я пошел на свою территорию. До свидов. Дурак, блин. Бесит меня. Лень,
Ну не обзывайся ты, ты чё? Мы его сейчас спокойно выиграем, это будет лучшее наказание ему. Давай быстро поднимаемся, ты все подготовил, а, Лень? Еще и в видосах в твоих снимается. Ну, Лень, понятное дело, потому что ты меня очень сильно бесишь. А чё ты по лестнице-то? Ну ладно, как бы, едь по лестнице, я тут это... Тут просто лифт есть, как бы, почему бы нет, ребята, надеюсь, вы уже лайк поставили на этот ролик, это очень-очень важно. Эй, нубик, слушай, мы тебя, знаешь, что сделаем с тобой в этой игре? Лайками завалим, понял, которые зрители поставили? Ага, да-да-да, конечно, конечно, вам нисколько лайков никогда не поставят. Вам не поставят лайков, да это тебе не поставят лайков. Нет, это вам не поставят лайков, вы лосары, вы все игры проигрываете, да свидос. Слышишь ты, нубик, ничего себе, внимание. Иди-ка сюда, сейчас приду, ты слышал, что он сказал? Он сказал, что нам лайки не поставят, ребята, вы же поставите лайки, давайте, не поленитесь, нам надо сделать этого нубика. А что ты это мне скинул? Дротик и духовая трубка? Ты хочешь, чтобы я стрельнул вот так вот в нубика? Да, усыпи его. Нифига себе, Лёнь, ты придумал. Так, сейчас это сделаем. Нубкин, кто двигается, тот лох. А, я не лох, я не двигаюсь. Все, давай, 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 давай. Давай, раз, два. Эй, привет, что ты двигаешься? Ты чего, лошара? Ой. А, это что такое? Ой, золото, кустики. Ой, золотиска, мое золотиска. Лёнь, нифига ты его зацепил. Считаем до трех. Давай, Лёня, я считаю, а вы, ребята, в комменты напишите пока, как вы считаете, какой чит самый-самый лучший. И предложите свою идею чита в комментарии. Один. Давай, Лёня, тяни его. Жесть. Лёнь, красава. Ой. Вот дебил, Лёня, шоколадный. Вот дебил. Игра номер 4. Нифига себе, тут уровень усложненный. Ребята, зашевелили, что происходит? Да, да, мы видели. Сейчас только мы пройдем, это на изи. А че их 4-то, лол? Лёня, походу в этой игре мы с тобой вообще офигеем проходить. Слушайте-ка. Так, ребята, вы, конечно, можете идти, но как это проходить? Лёнь, слушай, есть идеи какие-нибудь, а? Конечно, есть, Владус. Ну давай тогда говори, чего? Сейчас мы подождем, когда эти шарики и лошарики пройдут. Ну да, так-то давай, гениально, Лёня. Сейчас мы дождемся, пока не все погрохаются. Давайте, ребята, быстрее, быстрее, шнеля, шнеля, пошуршали, скорее. Ну вот, Лёня, остались мы с тобой и вдвоем. Лёня? Сюда, сюда. Пс-пс, как слышно? Иду, 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 Лёнь. А что это такое? Ты это смотри, чтобы надзиратель нас здесь не увидел. А это что за сундук? Да ладно, ты серьезно, задница шоколадная, ты что? Ты метлу взял? Короче, неважно куда, просто прыгаешь и правой кнопкой мыши. Хорошо, Лёня, давай попробуем. То есть можно даже вниз? Вау, нифига себе. Сейчас, раз, два, три. Пу! Вау. Так, 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 аккуратно. Только это, аккуратно взлетай. Хорошо, Лёня, хорошо, будем взлетать очень аккуратно, очень плавненько. Так, давай, 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 давай. Еще немножко осталось и... Фу, надзиратель нас заметить не должен. Лёня, ты что? Ты его выкинул? Пока-пока надзирателю. Ты дурак, что ли? А если, ребята, вам понравился этот ролик, то вам нужно просто сейчас подписаться на канал. Вот здесь вот кнопка, нажмите на нее, чтобы оформить подписку на канал. Это бесплатно, поэтому сделайте это прямо сейчас. Также посмотрите другие видеохи с канала. Увидимся в следующей серии. Напишите свои читы в комменты. Пока.